Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова видео на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. У них здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить по ник по регистрации. Также не забывайте вводить мой промокод, его нужно вводить на 6 уровне. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня, пацаны, будет мега крутое, классное видео. Я думаю, оно вам точно понравится. И давайте договоримся так. Если вы посмотрели это видео и хоть раз улыбнулись, то поставьте обязательно лайк. Я даже не для себя прошу, а прошу просто для Саши. Это девушка, которая снималась со мной в этом видео. Реально очень смешно получилось. Я смеялся, пацаны, просто до слез. Поэтому я вам советую это видео посмотреть от начала до конца, потому что если у вас плохое настроение, одно у вас поднимется 1000000% просто, я вам отвечаю. Поэтому, пацаны, ставим лайки. Давайте постараемся набрать здесь 100 лайков. Чем больше, тем лучше. Если вы наберете здесь много лайков, то я еще запишу видео Саши, получается. Поэтому, пацаны, покажите хорошую активность. Подписывайтесь на канал, потому что я хочу до лета добить 20 тысяч подписчиков. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ты меня там ждешь? Да, я тебя там же жду, где ты меня оставил. Я тебя не оставил, меня крашло вообще. Ну да, оправдывайся, да, конечно. Да, конечно. Конюшка. Кидала, блин. Ты уверен, да? Я уверен. Подожди, я помолюсь. Молись пока можно. Только смотри, не передержи, потому что колеса лопнут. Ебать. Вот еще один. Ладно, еще одна балка. Еще, подожди. Вошла в азарт, типа. Да-да-да, все. Кстати, я... А ну, ты залетишь на тот дом? У меня получалось залететь. Попробуй залететь на тот дом и остаться там, короче. Хуйня вопрос, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Опа. Как это больно просто. Переворачивай. Нет. У меня вообще хп нет. Сейчас сдохну. Тебе на полу нормально? Это на кровати. Нормально. Лежит. Я вообще в небе, как бы, у меня вообще ничего нету. У меня вообще тут люди в небе стоят. Я лежу в небе. Что у меня там в руках, я не вижу. Ничего тебе в руках нет. В смысле, у меня есть. Это бутылка пива. Нету ничего тебе в руках. Да есть, я сейчас могу тебе. Нету, понимаешь? Спорим, я есть. Спорим, есть. Я не вижу. Значит, если ты не видишь, то не знаешь, что там ничего нет. И в пень. У тебя вообще, в принципе, больницы нет. Теперь показывай, где выход, блядь. Я знаю, куда эту бутылку можно всунуть. Я тебе... Иди за мной. Проходи вот тут дверь. Вот, вот. Блядь, вот. Что за, блядь, лабиринт, нахуй? За мной, за мной, за мной, за мной. Просто на краечко. Блядь, только мы так умеем. Вот, 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 о, все. О, заебись. А я не могу. Ну, это уже твои проблемы. Да в смысле? Я выйти не могу. Может, ты не полностью вылетелась? Ой, я зашел. 60 рублей комплекс на обед. В натуре дешман, ебаный насос. Куда? Ебать, я быстро бегаю, чекай. Ебать, побежал чисто, ебать. Хули там пиздит, я свое ебало сломаю. Чел, ты что-то хотел? Да я вас разъебу, все понятия не имею. Ебало, закрой хуло ебаное. Ну тебе же пизда будет, ты понимаешь? Давай жена будет дома праздником, дядя. Ты куда побежал? Я спортсмен, ебать. Полетел, нахуй. Балтику. Закат, ебать. Я после Балтики тебе. Я думаю, что ты с пивом бегаешь? В натуре, ебать. Да стой, я не могу так быть. Бля, полетел. Слушай, машина ведь не нужна. Прыгай до плечи, ебать, полетели, да? Ой, блин. Не могу прыгать. Ладно. Полетел, бля. Ты по стенам умеешь ползать, интересно? По стенам? Тебя... Да стой, я тебя теряю, блин. Я в банк забежал, подожди. Да блин, ты быстрее добежишь, пока я тебе... Давай, я тебя жду, если что-то попытаюсь. Давай, я бегу, бегу. Съел мамину гороховый суп. Утром кашу поел, называется. Просто контент. Не, я походу забагался. Хуй знает. Ну, похуй. Слава богу, знаешь. Мне заебись. Я не против, ебать. Еще подожди. У меня Феррари. Это значит, съела кашу, не съела. Помодная машина. Правда, на ней мы ничего не сделаем. Да пух ты. Вроде было видео про одно, но сейчас снимают совсем другое. Едем, я иду в соседний село. Поехали до бабушки в деревню. Поехали. За салом. Прикинул тебя прыгать по знаниям. Блин, жалко, ты за руль не сядешь. Полетел, ебать. Быстрее, да. Мне кажется, я быстрее, чем Запорожец еду. Сейчас бы такую гонку бы устроили века просто. Запорожец против Кирилла. Да. Кто кого, ебать. Кто быстрее, Балтика девятка
Или запорожец. Мне кажется, ты сделал. Быстрее, чем запорожец бегу. Ну что, давай, детка, кто кого? Давай, напрямую, давай. С низкого старта буду стартовать. Ты еще не тронулась, уже машину сломал. Давай. Полетел его. Я тебе даю фору. Давай фору. Ай, блядь! А прости, ты где? Я застрял. Где? Впереди, стой назад. Я к церкви просто, я между забором. Я думал, ты на гору залетела кому-то. Между забором. А, блядь. Так нечестно, давай без лаунч контроля. Ладно, окей, давай раз, два, три. Блядь. Я выиграла. Я тебе поддавался. Да, садись давай. Надо горку найти. Похуй вообще. Блядь. Блин, я испугалась. Нахуй я на это подписался. Ой, как смешно. Ай, ёбан. Да ёбан. Ты понимаешь? Ай, рука-лицо просто, рука-лицо. Ты понимаешь, кому ты его дома сейчас? Я только отвечаю. А ты, блядь, не можешь от дома отъехать. Тебе надо поле чисто без никого. За что мне такое доказать? Что я сделал такого плохого? Я бы сказала, но не буду. Что бы ты сказала? Я бы сказала, ну ладно, важно. Ничего, покрыхнусь. О, трамплин. Я то готов, но, блядь, админ, мне кажется, не готов. Я чувствую, я сейчас не заеду. Я чувствую, сейчас тебя пасать. Да ты не подъезжай, поняла? Вот, подожди, стой, назад. Стой. Да стой ты, поближе подеть просто, не полностью заезжай. Да не на камень, блядь. Наискось встань напротив трамплина. Ты еще ничего не сделал. Вот именно, ты еще ничего не сделал. Машина, мне кажется, уже поняла, что ты начнет встать. Я не понимаю, что ты делаешь, ты можешь встать нормально. Все, вот так садись и давай. Блядь, обратно на крышу, ты издеваешься? Беги, Форест, беги. О, смотри, там какой-то автобус. Побежали! Побежали! Ну да, ты выпил Балтику, девятку, сорян. Бля, надо звук включить, я забыл, подожди. Братан, можешь подвести? А что мы тут делаем вообще, я не понимаю, в поле? Ну сейчас у нас то же самое. Ты какой-то сильно разговорчивый, я вижу. Побежали. Уиу! Иди ты в пене, я так не могу жить. Я бегу где-то в 5 раз быстрее, чем ты. А ничего, что туда птицы как бы? Текстуры, ну да, прям. Это нормально, это крэмпэ. Да, вон скутеров много. Сейчас я арендую, за тобой приеду. Да, они сквозь текстуры просто все птицы, да. Ой, я птицу могу ебать. Стой, блин, не могу. Сейчас бы птицу пиздить, ну такое. Чем заниматься в крэмпе? Пиздить птицы. Помогите. Да. Куда полетел? Я вместе с птицами, сорян. Ебать, у скутеров пиздец. Смотри, вот тут есть скутеры, и сзади еще скутеры есть. Нахуя столько скутеров, я не... А где ты? Я взяла скутер, я тебе... Я еду, блядь, смотрю, тебя нету. Здорово. Давай гонку, ебать, до дома. Слышь, поехали, блядь, я уже давай стартанем. Раз, два, три. А где ты делась? Ах ты! А там забор. Подвезёте? Едем. Надо микрофон выключить, тут у меня и там, и тут. Это уже перебор. Вашу маму и там, и тут показывают. Давай доеду сяду. Давай я доеду, потом ты уже. Нет. Что нет, сейчас будет обратно то же самое. Да похуй. Блять, не прошло 2 минуты, и ты издеваешься. А можно пизда, я обратно болит. Ты понимаешь, ты за 10 минут уже 3 раза перевернулась. Прости. И куда ты? Зачем? Ты можешь хотя бы 5 метров проехать, да? Мы проехали километр. Ой, поехали, горе-водительница. По полям едет вообще похуй, блядь. Отстань. Отстань, потом. Кирилл, я в дыморгане. Да я выехать не могу, подожди. Может, ты ездить умеешь, а не выехать. Зря. Считайте, сколько она раз завелась из этой серии. Да блин, это вообще кто вообще прикорожен? Я ни хрена не делаю. Почему? Потому что она ударяется, она поэтому и лопнет. Хули ты как идешь? Да все, он заклоп. Я выйду, починишь, выехала. Затал просто машину. Еще первый забор, Саша. Ты еще ни разу не прыгнула. Не, один раз ты прыгнула. Не, 2 раза. Не воровка, не шалов. Погода хорошая.
испугались, обосрался. В кратковом состоянии. Я тоже тебя люблю. Я тебя просто обожаю. Погода хорошая. Охуенная погода. Перезаходи, ищи меня. Ничего не меняется, я заметил. Стабильность — это тоже хорошо. Я, значит, хотел нормально. Да я вижу. Хоть не смущайте нормально. Давай я тебе лучше запорожец. Сейчас все столбы пересчитаю. Фу, блин, хорош меня смешили. Кто тебя смешит? Я вообще молчал, я отъехал. Блядь, пиздец. Все березы собрала просто. Блядь, сука. Ты специально или нет? Я просто уже не понимаю. Я жалею, что мы начали записывать это видео. Я ничего не понял, но мне смешно. Я говорю, я жалею, что мы начали записывать это видео.